Russian soldiers find themselves useless and poor after they return home. It seems the Russian government purposely creates obstacles for them when they're trying to receive veteran IDs and money benefits after they return from war. You'll hear about it from one of the Russian soldiers in two of his videos. Всем привет! Сегодня, да и вот накануне, после выхода первого видео по поводу что происходит с человеком, бывшим бойцом, когда он ищет себя в гражданской жизни в плане получения своих льгот, которые он заслужил. Так вот, к чему это все? Хотел бы осветить тему получения справок, выписок о... Их должно быть три справки для получения ветеранского удостоверения. Первая справка о заключении контракта с воинской частью. Вот. Второе, то, что он являлся участником СЛО. И третья справка о окончании контракта. Три документа основополагающих для того, чтобы их подать в военкомат. И военкомат дальше их подавал. Для... Это является основанием на выдачу, на получение ветеранского удостоверения. Так вот, в чем этот путь может быть очень-очень длинным. Я знаю случаи, когда даже на уровне справок вся эта песня затягивалась больше, чем на год. То есть приходит человек, я отслужил, вот у меня документы, так и так, там. Давайте сделаем запрос в воинскую часть о том, что я вот служил, что участвовал в боях, ну и, собственно, об окончании контракта. По тем или иным причинам, то ошибки, то запрос куда-то потеряется, там заново поднимается. Год проходит, ничего нету. Человек в теории рассчитывает на льготы, но он их не может получить. То есть не 50% там за квартиру и единовременные выплаты, сколько оно там сейчас, 3850, по-моему. В течение года. Кстати, момент интересный, будут они это. Even if it's monthly payment, I mean $40 per month for veterans, it's basically nothing. You can't survive with this money in Russia. Перерасчитывать или нет, но по факту у людей денег нет. И ситуация, она не сильно отличается. Там Краснодар, Ростов, там Саратов, это или еще какой-то другой регион там. Ну. Военкомат делает запрос, и такое ощущение, что все это теряется. Люди обращаются, естественно, в военную прокуратуру. Военная прокуратура там пишет запросы в часть, там где-то им там присылают бланки этих как бы справок. Они их заверяют, но опять же, в социальных службах их не принимают. Так вот, что хочется сказать. Ребят, может там кто-то вот с чиновников там или при правительстве... Может, как-то можно поменять ситуацию, но на самом деле, куда такие сроки-то? Многие, они готовы вернуться в строй, дальше служить, но доверие как-то теряется. Хочется взять в руки эти документы, оставить их дома, выписать льготы, чтобы там не отказывали там родственникам или еще что-то. Потому что если такое, пишется доверенность. Мало того, что сроки там большие, еще и с этими доверенностями не все их службы их принимают. Так вот, многие готовы вернуться обратно, но мотивация у людей теряется. Надо с этим что-то делать. Вот прям шустро надо что-то делать. Но куда? Честно заработанные льготы он не может получить, потому что он вязнет просто в этих бюрократических каких-то перипетиях, этих бумажках. У человека есть наградные листы, там он даже раненый. Вот, ну, какие еще подтверждения могут быть? Ребят, давайте просыпаться. В конце концов, вы для кого служите? Менять надо систему. Менять. Надо что-то с этим делать. Я такой не один. Но вот как-то так. He's actually right. The system in Russia needs to be changed, but not on the lower levels, if you know what I mean. Also, I think that it's very convenient for the Russian government that veterans who returned to Russia don't receive any kind
of money benefits and other kind of benefits. Being poor makes them want to go to war again to provide for their families and their relatives. And that's exactly what happened to this guy. Now you'll see his second video that was taken in September of this year, 1 month after the first video. В общем, хотелось бы подвести итог. Третий месяц пребывания на гражданке. Вот. Документы как не были готовы, так они и не готовы. Третий месяц, еще раз повторюсь. Все мы с вами на связи, разговариваем у всех по регионам, одна и та же причина. Вот, выход один, парни. Оставляем генеральную доверенность на жен на своих, на расширенную такие полномочия, где они могут посылать запросы, делать какие-то запросы в госинстанции, получать документы, подписывать. Вот. По-другому никак. Тоже с этим столкнулся. Хотел бы сказать, что это повсеместно. Кураторы работают, претензий нету. Постоянно на связи, каждую неделю выходят, спрашивают, что, как. It's interesting that he mentioned some kind of curators, because I couldn't find any information about who it might be. But I suppose it's FSB agents. Probably they work with soldiers who return to Russia, just to make sure that they not commit crimes, they not work with Ukrainian intelligence, etc. Anyway, let's continue watching. Какие вопросы, ну, в принципе, так же, как и вопросы у них одни и те же, так же и ответы. Справок нет, и ничего нам не положено. Так вот, в связи с этим, многие такие, как и я, будем оформлять доверенности на жен и возвращаться к своей службе. Что называется, пускай они здесь бьются за нас, а мы там будем за них. На самом деле хотел бы чуть-чуть по объемнее, не так в утрированном порядке, а объемнее раскрыть тему в плане того, что приходится выслушивать. Кому-то даже уже говорили, вас никто ни туда не посылал, чего вы тут ходите. И у регионов различные меры поддержки. То есть кому-то ничего не положено, кому-то что-то положено, но он это не скоро получит, потому что справок нету. Но вывод один. Граждане, чиновники, прекратите заниматься херней. Это относится и к губернаторам. Вот прямое обращение, вот прям. Говорю не только за себя, могу привлечь, как бы, если вам это интересно, в процессе организовать прямое включение с нескольких регионов, потому что вот это вот у нас регионы разные, поддержки у нас тоже разные. А вы не задумывались, что у нас родина-то одна? Чего вы делаете? Чего вы людей-то делите? Для чего это делается? Все такие красавцы, типа, ура, давайте служить по контракту, рекламные баннеры и там, и сям пестрят. Проходит куча времени, куча денег выделено и освоено чиновниками. А по конечному, по итогу, результату, бойцы, пребывая здесь, в запасе или в отпуске, как хотите это называйте, они не видят ничего ровным счетом. Для кого вы там сидите? Задайте себе этот вопрос. Третий месяц. У кого-то полгода, у кого-то год. Вообще кто-нибудь статистику эту ведет? Парни, ну, просто молчат, что называется. Но это не значит, что их надо права затирать. Работать пора. Либо привлекать к ответственности уже. У каждой проблемы, как говорил Иосиф Виссарионович, есть фамилия. And the surname of all the problem that guy has is Putin. But he doesn't understand it, and so he went to fight for nothing again. Literally 4 days ago, he's been deployed to Ukraine again. He's been tricked by the system, by the propaganda and his own naivety, and most likely he'll die for that. Hopefully this video was interesting and insightful. Please support it with like, comment and subscription to this channel. Thank you for this, I'll see you soon, and goodbye to y'all.